Красек, усик, мужик, с металлическими нервами. Промоутер чемпиона мира по версии МВБО и WBC считает непростой бой с Майрисом Бриедисом закалкой для своего подопечного. Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красек прокомментировал победу своего клиента Александра Усика 14-0-11-ко над Майрисом Бриедисом 24-1-18-ко. У меня невероятные впечатления от того, что мы увидели. Однако, это было очень близкое решение судей. На самом деле, оно даже ближе, чем кто-то мог представить. Если бы один из судей не отдал Усику последний раунд, который, по моему мнению, он выиграл, а двое других судей отдали 12 раунд Бриедису. Если бы тот судья не отдал Усику последний раунд, то была бы ничья за большинством решений. Так как ничья, то идут к запискам четвертого арбитра, у него тоже ничья. А когда уже у четвертого судьи ничья, тогда победителем становится тот, кто победил в 12 раунде. А победил Бриедис 2-1. Это настоящая закалка для чемпиона уже по двум версиям. Я, и не только я, все увидели у Александра стержень. Он, мужик, с металлическими нервами, улыбается. Мы идем дальше. Нам нужны еще два пояса, приводит слова Александра Красюка Спортуа. Ранее в СМИ сравнили поединок Усик, Бриедис с боем Головкин, Альварес. Также своим мнением о противостоянии своего соотечественника поделился экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко. Смотри также полное видео и статистику ударов поединка Усик, Бриедис. Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram по материалам сайта newsgro.com.